Больше 220 человек погибли в Мьянме в результате тайфуна Яги. Еще 77 пропали без вести. Затоплено почти 260 тысяч гектаров земли. Размыто 20 мостов, дороги. Больше 300 тысяч человек покинули свои дома и сейчас находятся в пунктах временного размещения. ООН оценивает, что число пострадавших может превысить 600 тысяч человек. В регионе затопления продолжаются поисково-спасательные операции. В связи со стихийным бедствием власти Мьянмы запросили помощи из-за рубежа. Ранее тайфун Яги прошелся по Лаосу, Таиланду, Вьетнаму, Филиппинам и китайскому острову Хайнань. Его назвали самым мощным штормом в Азии в этом году. Бедствие унесло жизни 287 человек.